Подождите, Фредди стоит, отвернулся головой в угол. Значит, он так не атакует. А, атакует. Понял. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, King of Fire, стаканчик, кошак, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что мы будем играть «Аниматроники пугают охранника». Но у нас сегодня не просто будут приходить аниматроники, они будут приходить через кнопки, которые придумал разработчик. Так, сейчас покажу. Вот здесь будет King of Fire жать кнопки, а мы будем стараться выжить. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Подождите, Фредди стоит, отвернулся головой в угол. Значит, он так не атакует. А, атакует. Понял. А почему он атакует? Там же, когда стоит Бонни с той стороны, не атакует. Фредди так не работает. Вот ты смотри. Ой. Ты дурак, что ли? Дай нам... Да как нам пройти 101-ю ночь? Дай нам хоть до офиса дойти. Ненормальный. Закрывайте двери срочно. Давайте просто посидим, посмотрим, что он будет делать. Тут пришел фиолетовый и ушел. Опа, ты смотри. Что-то прям вообще даже продышаться не дают. 101-я ночь, ребята, что ж вы хотели? Будет очень сложно. King of Fire очень неадекватный игрок. Фокси скоро проснется. Надеюсь, батарейка не сядет у нас. Нет, не должна. А ты что, на джекпаке летаешь? Новый вид. Спайдермен на джетпаке. Мне нравится. Слышь, ты дурак, что ли? С детства? Ты что делаешь? Это, кстати, такой жесткой ночи кошак еще никогда не было. Так, пока тихо. У него это, знаешь что? Перезарядка. Да ты гонишь. Вот джетпак. Ну будем играть так, в этом есть прикол, мы же по-честному. Ты же с офиса не улетаешь. Ну да. А я летаю. На джекпайке. Опа, где? Стоит, не открывай, не открывай, он прям тут стоит, какой-то неадекватный. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, стараемся людям продлить жизнь хорошим настроением. Фредюшкин пялится на нас тут. С камеры. Дурак, что ли? Стоит? Стоит. Опа, да. А как нам дверь открыть? А, может, и рассчитано, что 101-я ночь нельзя открывать двери, да? Беспроигрышная ночь. Так, не. У него есть возможность прийти к нам сюда вовнутрь. Просто он не знает ее еще. Чувствую, после этого момента... Я зря это сказал? Да, да. Давай уходи, отзывай своих псов, аниматроников диких. Психов. Фокси бежал. Фокси был, да? Да. Надо на нем камеру, наверное, остановить. Остановись! Ну что ты делаешь? Псих какой-то. Ну это уже стрёмно. Они так и норовят сюда залезть, но мы им не даем. Возможности нет таких. Уходите, я из-за вас летаю тут по офису. У него джекпад кончается уже. Да, у меня уже все. У него нету. О, ушли вот с этой отсюда стороны. Тоже, по-моему. Наконец-то мы дверь смогли открыть. Спасибо, а то уже тут кто-то воздух испортил. Хоть проветрим. Ой, он уже сзади меня стоит. На Фокси надо оставить. Так, с этой стороны вроде никого. Ладно, дурак. Стой, давай пока я переключу. О, шкатулка! Шкатулка! Видели? Да-да-да, вообще. Ты чё, вообще не адекватно? А, ну да, 101-я ночь и шкатулка же должна быть. Пришли опять. Снова мигает, Димас. Ты дурак, что ли? Хватит шкатулку натравливать. Ай. Знаешь, мне нравится, все трое умерли, тишина такая. Что делать? Смотрите, мы сейчас опять умрем. Я постою здесь. Я постою здесь. Все, теперь можно идти. Я же наученный. Вообще неадекватный. Может, это 102-я ночь? Скорее всего, уже началась после марионетки. А может, 105-я? А может, и 105-я.
О, Фредюшкин стоит вон он. Опять пришла, знаешь? Мы уже даже привыкли, что кто-то приходит. Можно открыть, кстати, никого нету. Ага. Так, я тебе серьезно говорю, вот на ролике увидите, там никого не было. Никого. Пока она открывалась, появился. Да, ну нельзя появляться так быстро же, но. О, пацаны, знаете, что можно сделать? Для... Ну, чтобы было прям немножко легче нам, да? Хотите? Давай. Это я в тот раз так выхватил, что можно все-таки так сделать. О, все, теперь мы видим всех. Да, это знаешь ты, минус одна ночь. Но зато все равно прикольно, нам теперь видно хоть что-то. Опа. Видел? Появилась и ушла сразу. Специально так где. Опа, и уж. Ах ты ж, опа. Молодец. Стоит, стоит. Там Фокси уже наготове. Сейчас Фоксиандр к нам прибежит, по-моему. Ты думаешь? Фредди. Ну, Фредди тут смотрит. Я открываю дверь. Зря. Так никого... Ну почему он убивает так, когда мы открываем воздуху? Ой. Смотри, сколько скримаков кидает. Неадекватный. А ну-ка. Ух, никого. Ладно. Да. Как нам пройти эту ночь? Нам ее вообще не пройти. Просто не открывать двери, да и все. Смотри, что делает. Тут Фредди, по-моему, около камня. Это, скорее всего, пиццерия самоубийц. Сюда приходят безвозвратно. То есть даже пройти нельзя. Опять пришел и не выйдет. Смотри, он специально делает, что она приходит и приходит и уходит резко. В это время нас убивают. Шкатулка. Дай нам пройти, слушай, это обзор делать пиццерии там. В туалет сходить можно, не? Кингонфайр, успокойся, дай нам пройти. Ну ты псих, что ли? Только с медведем. Дай пройтись, я пройду в туалет, можно? Ну? Как вот на уроке, можно выйти? Димас, я за тобой. Идем. Она не убивает, кстати. О, тогда можно с тобой найти. Мы живые, это просто скример. Понял. Марионетка прибежала. Да, это просто скример. Так, что у нас тут покушать можно взять? Где у нас тут физган? Гравитиган. Ты слышишь, как он приходит? Да-да-да, там бедный кингофайр. Ой, стаканчик, стаканчик. Меня они окружили. У нас этот обед. А как называется, когда ночью, в 12 ночи кушаешь? Ночной обед. Ночной обед. Опа, Фокси побежал. Давай нам пирожки принеси с капустой, быстро. Пошел за заказом. Они все тут стоят около меня. Ребята, напишите в комментарии, какие пирожки вы больше всего любите. Я люблю пирожки с картошкой. Я тоже. Смотри, он идет и идет. Ты пока не ходи, нас там нету. Ты нас не убьешь так. Бесполезно. Все, давай, мы в офисе, можешь наступать на нас. Иди. Мы ушли, мы пришли, все, закрываем, открыли двери. О, молодец. Опять пришел. О, стоит, стоит, Фредди стоит. А ты двери открой просто все. О, смотри, Фокси побежал. Открой двери с двух сторон и выходи. А ничего не будет? Не, не бойся. Опа. И с этой стороны... А, блин. Опа. Открывай, открывай, не бойся. Я так сто раз сделал. Не откроешь? Правильно, я тоже на том месте бы не открывал. Убьет не должно. Ну-ка. Ну уходи, дай пройти, Бонни. Ты нам так и пирожки не принес, еще и не пускаешь. Ой. Он сам их съел. Ты что, опять на джекпати? Джекпати. Джекпати. Да как он убил, если его не было? Вот сейчас, ну, 100% его не было. Как? Ах ты, Фокси, говно, убил меня. Так, надо быстренько валить отсюда. Опасный, опасный район. Отсюда лучше наблюдать. Эй, я в ком-то застрял. Меня вместо гвоздя вбили. Эй, а ты не можешь? Давай я тебе помогу. О, спасибо. Вы... Ой, я тебе так не могу помочь. О, помог. О, помог, да. Ничего себе, первый раз в жизни. О, пришел. Это первый... Да что... Да что с тобой?
Это все из-за аниматроников, то я их А, у них тут места, короче, видишь, я тоже тут застрелил. Слышь, ты... О, я думал, я его могу передвинуть. Фокси побежал! Нет. Фух, я думал, сейчас опять замочит нас. О, молодец. Бедный стаканчик. А мы тут ходим, веселимся. Хорошая ночь, мне нравится. Что дальше? О, смотри, кто пришла! Неадекватная психичка. King of Fire нормально все, кнопки нормально нас нажла. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!